хотелось бы обратиться к населению Гайского городского округа о том, чтобы проверили состояние электрооборудования в своих жилых домах, в своих квартирах, внимательно относились к электронагревательным приборам, которые эксплуатируются в жилье в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Посмотреть внимательно предохранители на электросети, чтобы не было некалиброванных плавких вставок. Вот. Ну и, соответственно, правильное обращение с огнем. Любители употреблять спиртное, значит, в ограниченных количествах, ограничить курение в неотведенных для этого местах. То есть это основные причины, которые способствуют возникновению пожаров, зачастую с гибелью людей.